что человек как бы лишился источника дохода. Лёша, стань рядом со своим кумиром. Ты всегда хотел сфотографироваться с Януковичем. Это же за деньги, наверное. Все за деньги в этом межегоде. Ну, газончики свежие постригли. Деньги собираются за вход? Ну, есть деньги за вход, есть пожертвования. С этого, собственно, и живет, наверное. Я честно скажу, ты понимаешь, Сева, у меня как-то не вяжется в голове вот этот весь вид и пожертвования, понимаешь? Деньги на что? На Межигорск? Ну, может, на какой-то персонал? Просто есть, я не знаю, какой статус сейчас у этого всего дела. Ну, это территория, захваченная хунтой. Ну, да. Где рассказать? Вот это строил человек, а теперь вот... Действительно, сам, своими руками. Деревья посадил, сына вырастил, двоих даже. Там мы как бы первый раз на нём не знаем. А это что за аллея? За памятник. Это тоже памятник Януковичу, только после бегства. Ну вообще, круто было бы там... На нем он скрывался. Из меня олень, в свою страну оленью. Хонка. А, где это? Гринсайд. А что такое Гринсайд? А, ничего себе, как это. Можно заказать свадьбу в Межигорье, не хочешь? Да, для Нью-Йорка. Для кого? Дорого и непрактично. Дважды сворованное. Ну да, ну да. Место там, ну, там, из окон Янек смотрел на Днепр. А вот я же про нее и говорил, она какая-то уникальная очень. Видите, как у нее иголки растут как-то по-другому. Давай попробуем. Все богатство, которое должно было быть в Луганске. Янукович, это президент Луганска и Донецка. Они его выбирали, Донбасс. Вот наш асфальт, посмотрите. Такой в Луганске, такие в Луганской дороге, какие в Межигорье. Такая природа. Это все украденное у луганчан и донечан. 20 рублей. Давай, давай. Могли и урны поставить. Поснимем, как ты свинячишь здесь. У бати дома. А? Ну он же у меня дома тоже свинячит. Давайте трошки разумнем. Да? Его ж люди свинячат там. Смотри, к тебе червячок пришел, Леха. Не боишься? Вот этот. Это ленточный червь. Да, готовы? Давай.